Непредсказуемый Басков снова станет отцом. Пока СМИ и поклонники гадают, быть ли свадьбе главного блондина страны Николая Баскова и модели Виктории Лопаревой, нам удалось выяснить некоторые подробности личной жизни этой звездной пары. Все мы привыкли видеть Николая веселым и радостным. Но это лишь маска. Я бы не сказала, что все эти годы он был счастлив. Попытки строить отношения не приносили должного удовлетворения. Он и сейчас продолжает находиться в поисках гармонии, рассказал астролог, ясновидящая Марианна Абравитова. По словам медиума, тема с Лопаревой – это тоже очередная попытка создать какие-то отношения. Как ни удивительно, свадьбе быть и брак продлится какое-то время, уверена она. Но и эта попытка у Николая и Виктории не последняя. После нее оба наконец-то встретят свои вторые половинки и обретут настоящее счастье. Также астролог вспомнила историю бывшей семьи Николая Баскова. То, что Николая разделили с сыном и не дают общаться, это большой грех. Дело в том, что сам Басков человек взрослый, просто пойдет дальше по жизни и все. А вот ребенку такой запрет на общение с отцом может поменять кармический путь. Происходит ломка жизненной линии, его судьба может пойти по-другому. Конечно, в подобных ситуациях оставаться жить в семье ради ребенка не стоит, но и препятствовать общению тоже нельзя, предупредила она.